Яркие наряды и счастливые улыбки на лицах детей. Каждый день Гродненский драматический театр встречает именно таких малышей на новогодних утренниках. Сегодня на такой праздник пригласили детей из разных школ, среди которых были и одаренные ребята, участники и победители различных олимпиад. Поздравил детей с Новым годом и глава города Андрей Худык, а каждый ребенок получил от мэра сладкий подарок. К слову, местные органы власти не забывают поздравлять ребят с праздниками и лично посещают школы и детские сады. Безусловно, конечно, мы хотим охватить как можно больше ребят. И, в принципе, эта работа сегодня проводится по городу, да и в целом по нашей республике. Это поручение губернатора нашей области. В каждой школе, в каждом детском садике, в каждом социальном учреждении будут работники местных органов власти. Обязательно будут, конечно, встречаться с ребятами. Максимум решать эти проблемы, которые не удалось нам решить на протяжении года, которые злободневные стоят на сегодняшний день или будут завтра. Ребята посмотрели сказочный спектакль «Щелкунчик». Они сопереживали и радовались вместе с героями, но долгожданным событием стала праздничная елка и общение с главными героями новогодних праздников – Дедом Морозом и Снегурочкой. Глава города пожелал в новом году школьникам учиться, не лениться, ведь для этого в городе созданы все условия, а в будущем сфера образования будет только совершенствоваться. Мы прежде всего, конечно, будем укреплять материально-техническую базу, создавать достойные условия, чтобы дети могли заниматься, да. Ну и, конечно, работать с педагогическим составом, чтобы там были профессионалы, которые могли бы на самом деле воспитать хороших ребят, которых было бы, ну, победителей олимпиад, международных олимпиад, как можно больше и больше. Перед Новым годом не только дети, но и взрослые ждут чуда. А новогодняя елка и гирлянды создают праздничное настроение и волшебную атмосферу. А для малышей встречи с Дедом Морозом и подарки – это все, что нужно для счастья. Юлия Косила, Сергей Печерица, новости Гродно+.